Добрый вечер, и как всегда, в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня хотелось бы в первую очередь поговорить о том, как мы готовимся к зиме. Уже мы чувствуем это понижение температуры, уже, как говорится, зима совсем близко. Начнем с нашего ТКП «Городские дороги». Хочу отметить, что вся техника наша дорожная уже начинает переоборудоваться к зимнему периоду, уже ставятся отвесы. На период внезапных снежных заносов мы уже будем готовы, как и это по холоданию, к гололеду и так далее. Также по песчано-соляной смеси мы тоже полностью готовы. Важно сказать, в этом году это почти не закупали, так как год назад, мы все это помним, зима была теплая и малоснежная, и эта песчано-соляная смесь у нас фактически вся сохранилась. Хотелось бы отметить, что по всем нашим подразделениям, как подготовка техники, так и подготовка личного состава уже завершена. То есть сотрудникам закупили теплую зимнюю форму, где необходимо обновили, где необходимо закупили новую. Также весь необходимый инвентарь на снежные заносы и на похолодание, на борьбу с гололедом также готов. Вот. Мы уже вкатываемся в отопительный сезон, и в этом году, хочу напомнить, мы делаем это как никогда вовремя. Малые котельные уже заработали, и с это понижение температуры уже начинают это подавать тепло и ТЭЦ, и наши основные котельные. Хотелось бы сказать, что завершили мы подготовку и это консервацию наших фонтанов в городе. То есть фонтаны мы уже законсервировали, и к зиме город готов. Тем не менее, мы все равно ведем те работы, которые мы можем вести в данных условиях, даже по озеленению. Многие наверняка заметили, что сейчас ведется активная это озеленение по улице Пушкинской, мы засаживаем ее можжевельником. Очень хороший результат, хорошо выглядит и действительно хорошие отзывы жителей города. В дальнейшем по такой же модели будем засаживать основные магистральные улицы в городе. На сегодня, наверное, все из основных новостей. Еще раз напомню, к зиме мы готовы, можно быть спокойным. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч!